Ну что ты там? Придумал, куда свои коробки будешь складывать? Нет, еще, подожди, еще чуть-чуть осталось. Сейчас придумаю. Ой, родненькие мои, хорошенькие. Лежали вы себе в шкафу и никому не мешали. Вдруг нашей маме места стало мало. Теперь думай, куда же вас сложить? Пап, привет! О, привет, Каминчик. Папа, а зачем ты все эти коробки сложил сюда на стол? Да это не я, это мама. Ей места мало стало. Даже не знаю, куда их теперь складывать. Папа, это что за набор? А, это, Каминчик, это Лего-техник. Гусеничный кран. Да, кстати, он на батарейках. Я совсем про него забыл среди этих коробок. Но мы как-нибудь до него доберемся. Сейчас у нас самая главная проблема – это куда собрать все вот эти коробки. Папа, этот набор нам и нужен. Да? Зачем? Мы этот кран соберем, и он нам построит гараж. Так. И что дальше? И мы эти все коробки соберем туда. И маме будет удобно, и нам. Вот идея! Каминчик, ты молодец, умничка! Тогда я предлагаю скорее приступить к сборке этого набора, пока наша мама не разозлилась. Давай. Так. Ой! О, это что такое высыпалось у нас тут? Опа. Аккумулятор какой-то. Это, наверное, батарейный блок, ведь он у нас на батарейках. Так, коробка пустая. Деталей так много. Ты как думаешь, мы быстро его соберем? Я думаю, что да. Значит, ты что вы делаете? Аминочка, мы собираем Лего, так что... Иди играйся в куколки. Мальчики. Ну, Аминочка, ты еще маленькая. Иди играйся в свои куколки. Я сейчас я вам покажу. Давай, иди. Ой. Испугались. Тоже мне малявка. Испугались. Ладно, давай, собирайся. Так, начинаем. Так, давай я буду собирать вот эту вот часть, которую кран хватает. Давай. Открывай дверь! Открывай дверь! Мы знаем, ты там, и ты забрала нашу деталь! Возвращай деталь обратно! Открывай быстро! И открой, и не получите вы деталь! Пап, кажется, у нее не получится собрать деталь. Слушай, у меня есть идея. Я знаю, где раздобыть эту деталь. В общем, я сейчас вернусь. Кажется, я на месте. Давай, я тебе перезвоню. Здрасте. Я вот эту детальку, наверное, заберу с собой. Сейчас. Тяжеленькая. Нет, мне ее не осилить. Придется договариваться с Аминкой. До свидания. Фу, Каминчик, ну что, детальку я нашел. Но притащить я ее сюда не смог. Она была очень тяжелая. О, а ты что, собрал уже кран? Ну да. А как тебе удалось договориться с Аминкой? Вот, смотри, сидит, на Экинер сюрприз лопает.
Ах ты, маленькая обжора. Ну ладно, я думаю, что пора приступать к стройке. Я вижу, ты уже немножко тут начал. Наверное, ты мне разрешишь немножко достроить? Ну, конечно. А ты мне подскажешь, как им управлять этим монстром? Да. Тут... Нам все легко. На панели управления все там нарисовано. Отлично. Так, ну, нам надо вот эти детальки перетащить к нашей стройке. Да. Тогда нам надо включить наш кран и поехать немножко вперед. Я так понимаю, вот этот рычаг мы включаем и перетаскиваем вот этот рычажок вперед. Поехали. Ух ты! Он едет, каминчик, смотри. Так, так, так. Так, 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 еще. Стоп. Ой, стой, стой. Стоп. Так, опускаем стрелу вниз. Это вот так. Нет, это она поднимается наверх. Пускаем ее вниз. Класс. Слушай, а какую детальку мы будем брать? Я так и не понял. Дверь? Да. А мы сможем забрать эту детальку? Стоп. Так, надо, наверное, немножко повернуть башню к нам. Поворачиваем. Это кнопка вот здесь. Так. Оп, стоп. Еще чуть-чуть. Оп, переборщил? Нет? Да. Нормально? Нет, переборщил. По-моему, нормально. Переборщил. Так, ну и опускаем нашу вот эту хваталку вниз. Как он называется? Ковшик? Да. Опускаем. Это наверх. Оп, оп. Вниз. Ну-ка. Опа. Да. Поймал? Да. Теперь надо будет его захватить. Все этого захватим. Давай. Так. Тут уже у нас не автоматика, а все ручное, механическое. Сейчас каминчик захватит. Хватай. Все, да? Все, да. Схватил? Поднимаем. Поднимай. Так, поднимаем. Вот так. Поднимаем. Давай. Класс. Он поднял. Слушай, ну деталька-то она и не легкая. Так, поднимаем нашу башню, да? Стрелу, то есть. Это вот так. Да, подняли. Теперь разворачиваем нашу башню, да? Да. Это сюда. Ой, нет. Ой. Я раздавила эту детальку. Я путаюсь, тут все нарисовано. Но я просто путаюсь. А, все, я понял, разобрался. Ой, нет, другую сторону. Так, давай, поворачивайся. Еще. Ой. Ну-ка. Поворачивается он до конца? Да, класс. Отлично, останавливаем. Ой. Оп, и подвозим сюда. Можно я? Давай. Так, это нам надо проехать вперед. Вот. Давай, поехали. Поехали. Давай. Супер, класс. Все, каминчик, стоп. Все детали пойдет со стола. Ну что, друзья, ну пока мы будем строить наш гараж, обязательно подписывайтесь на наш канал, поставьте большой пальчик вверх и напишите нам в комментариях, есть ли у вас младшие сестры, братья, которые также издеваются над вами, как эта маленькая Минка. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Пока. Так, ну что, давай, берем крышу? Да. Нам надо опустить тогда нашу хваталку. Ой, я до сих пор путаюсь. Разворачиваем его обратно.